Когда вы передавали ему деньги, он выглядел нормальным? Он был счастлив, как моллюск. Все строил планы. А вы не заметили, чтобы кто-то следовал за ним на станции? Не казался ли он нервным, когда садился в поезд? Нет, нет. Если мы найдем деньги, то и присним остальное. Да, немного. Вы спросили, не заметил ли я чего-то странного Мора перед его отъездом? Да. Ну, он немного нервничал перед посадкой на поезд. Это же нормально, так? Да. Я натолкнул вас на что-то. Да, мой дорогой Кристиан. На одну очень важную вещь. Вы были вчера в Брюсселе. Так как вы узнали, что я лично провожал Мора на станцию? Вы сами сказали это? Нет, я ни слова об этом не проронил. Как бы я смог, но одним способом, если быть изобретательным. Конечно, сопровождать его мог любой, Клаве или Волотти. К тому же Мора мог поехать на вокзал и один. Но откуда вы знаете, что это был именно я? Отстаньте меня с этими глупыми расспросами, сказали об этом на встрече. Нет! Я решил это в последний момент, потому что у меня не было важных дел. И остальных твоих там тоже не было. Никто не знал, что я решил проводить его. Значит, я догадался, просто предположил. Нет! Ты сам все видел.